Привет всем, кто заинтересовался и решил проверить, что это такое, что это за видео. В прошлом я об этом не могла и мечтать, и то же самое хочу сказать и вам. Те цели, которые вы достигли сейчас, возможно, 2-3 года назад вы не могли и мечтать о них. Не бойтесь идти вперед, не бойтесь пробовать что-то, бойтесь своего страха. Ваш страх – это ваш самый главный враг. И все люди, которые вам говорят, да, кто ты такой, там, зачем тебе это надо, это не их дело. Если они боятся пробовать это их проблемы. Берите, дерзайте и делайте, у вас все получится. И если вы захотели, если вы заинтересовались, у вас будет возможность не только выучить эту программу и сдать на сертификацию, но также и работать. Это очень интересно. Вы можете применять это в любой сфере жизни. Любая аналитика, любой анализ данных, это всегда применяется в любых сферах. Захотели вы себе бизнес создать, вы сможете скачать данные и проверить, ага, хорошо, в этом городе он может развиваться, а в этом городе он не может развиваться. Какие атрибуты нам нужны для этого? То есть эта аналитика применима абсолютно в любой сфере. Захотели вы купить машину, захотели вы купить квартиру, захотели вы получить образование, стоит ли вам тратить 5 лет на образование и... Если вы в месяц будете зарабатывать, допустим, такие-то деньги, и вы будете считать, хорошо, сколько я заработаю за 5 лет, если я буду работать, и сколько я потеряю за 5 лет, если я буду учиться в институте, получу эту корочку, а в результате выйду с этого института, и мне скажут, что у меня там нет каких-то навыков или знаний. То есть этот курс создан для того, чтобы вы могли сами самостоятельно научиться, не бояться учиться. Я вам дам возможность не только подготовиться к экзамену и к сертификации на русском языке, но также на английском. Английский вам важен и нужен. А кроме того, существует несколько мифов. Я смотрю сейчас на сайты, которые вот эти все обучалочки. Бляха-муха, ребята. Чему они пытаются вас учить? Я вот смотрю, у них цены там 100 тысяч. Смысл учить программирование язык? Это вообще система 20-летней давности. Никто не использует сейчас программирование. Сейчас это метод drag and drop. То есть ты берешь атрибут, ты его кидаешь, и программа сама обрабатывает и выдает тебе код. Составляешь как pivot table, допустим, в Excel, да? Ты переносишь атрибуты, говоришь, это у меня будет column, это у меня будет row, то есть это будет колонка, это будет у меня строка. Это у меня будет описание, это у меня будет value. И машина автоматически сама вам выдает код. Но SQL, хорошо, в SQL вы будете там что-то еще программировать. Но SQL также есть сейчас TSQL. То же самое, drag and drop. Не платите вы безумные деньги за бляха-муха старые, старперские программы, которые пишут. Кому сейчас нужно писать 200 строк кода? Ошибка, которую человек может просто механически сделать. Наоборот, сейчас системы уходят от механического труда. И они переходят специально на то, чтобы этих ошибок дурацких не было, как вы забыли поставить запятую или end или o. Читать код надо, английский надо, потому что все программирование на английском, потому что его придумали на английском. Это надо, это я вам дам. Программы, которые вы будете изучать, сами будут за вас писать этот код. Не надо вам изучать сейчас хард-код, как в Java, если только вы не хотите стать каким-то супер, я не знаю, там, девелопером, это не значит, что у вас будет больше денег, потому что на анализе данных на рынке работодателя с анализом данных вы получите те же самые деньги за меньшее мозгоебство. Так что смотрите, какие возможности есть у Power BI. Я вам предлагаю курсы DA100. Это курс фундаментальный Analytics Associate, который я сама проходила, сама сдала на английском языке. Я предлагаю вам этот курс, который вы сможете сами закончить, и там не какие-то
блядь, сумасшедшие, безумные деньги. А нормальный курс, если вы видите в интернете нормальный курс, он должен стоить не больше 20-30 евро. Допустим, оплата помесячна, и если вы сможете и хотите его пройти за один месяц, значит, вы заплатили за один месяц и выучили его. Вам не надо платить 100 тысяч в год. Это безумные деньги. В Европе образование для своих 1000 евро для европейцев, для неевропейцев 3500 евро. Не может русское образование, дипломы которого никому не нужны, стоить 100 тысяч.